Смотрите, вот это вы, а вот это ваши розовые очки, сквозь которые вы предпочитаете смотреть на жизнь и задавать себе вопрос, а почему же у меня так мало результатов? А вот это ваши деньги, от которых вас отделяет всего лишь несколько главных, фундаментальных ложных убеждений. Что мы с ними сделаем? Сейчас узнаем. Итак, давайте поработаем с вашими ложными убеждениями. Номер первый в нашей программе. Скажите, вы когда-нибудь считали, что будущее покажет, какой огромной крутизной вы на самом деле обладаете? Что ваша реальная жизнь и поступки не отражает того, кто вы есть сейчас? Все находится в будущем. Признаками и симптомами именно этого недуга является бесконечное откладывание, избегание тех действий, которые в самом деле нужно делать. Стремление избежать срочности и паралич от избытка информации. А правда заключается в том, что ваше текущее состояние дел прямо сейчас и показывает то, кем вы являетесь прямо сейчас, в этот самый момент. Именно от этой точки отсчета и нужно плясать. Не от будущего, а от текущего момента. Ваши результаты на текущий момент есть наилучшее отражение того, кем вы являетесь сейчас. Для того, чтобы больше не возвращаться к этому ложному убеждению, поступим с ним вот так. Номер два